Я не прогнозирую в ближайшие пару месяцев крупных тяжелых поражений типа сдачи Херсона там, или оставления крупных других каких-то городов. Но шанс нанести нашим войскам тяжелые потери и потеснить их у противника, к сожалению, есть. Где будут они наступать? Под Херсоном или ударят на Белгород, допустим? Я не знаю. Могут ударить в Запорожье. Опять же, вот это направление Гуляй-Поле, Пологи, Васильевка, оно тоже весьма уязвимо для серьезных атак. И тоже прикрыто, в общем-то, не очень-то сильно с нашей стороны. О чем противнику прекрасно, благодаря космической разведке, известно. Но думаю, что Херсон наши будут удерживать фактически до конца.